Мы будем крутить 15 бесплатных рулеток. Это за мной? Нет, блядь! Мы задержим подозрение во взломе банкомата. Садимся и отправляемся в единственное казино на этом сервере, которое находится в городе Южный. Прижимаемся, прижимаемся. За мной едут. Я надеюсь, его наебал. Если его наебал, это так красиво. А я задоначу, либо попрошу, и мы... Так, я не знаю, это на ЧБ пойдет или не ЧБ. Через 20 минут будет проведен розыгрыш автомобиля от Diamond Casino. В смысле? Что нужно делать? Я как раз туда направляюсь. А, давай быстрее! Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере «Мой дом РП». Первый сервер, все как всегда. И сегодня, как ты понял по названию, по пивероликам, мы будем крутить 15 бесплатных рулеток и будем надеяться, что нам выпадет что-то годное. Что-то годное — это какой-то автомобиль. Я думаю, интересно будет посмотреть, что же я из бесплатных рулеток-то выбью. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. А мы начинаем. Ну а перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод Evan. Вводи его в меню F2 промокоды Evan большими буквами, и после того, как отыграешь 10 часов на сервере, получай 100 тысяч рублей на свой баланс. Все ссылочки на сервер, группу, айпичник есть в описании данного ролика. Просто по таймингах сдох, просто по таймингах. Этих БМВ ездят, сука. Руки нахуй поотрывал. Че это за дорога смерти-то? Такая широкая дорога, и всех на встречку выносит. Вы получили незначительный электрический ожог. От чего? От неисправного банкомата. Ожидайте починки. Ахуй! Едь. Ебать, это за мной? Нет, блядь! Я рулетки хотел! Здравствуй, еще и те. Вы задержан. Я на растильный спас, я еще врач, взял рукавичек с собой. Бачок, а ты что нас приехал? А чё за так? А что, пожалуйста. А что произошло? Я не понял. Вы задержан подозрение во взломе банкомата. А где ваше удостоверение? Я уже показал. И вы ничего не показывали. Ну, советую обратиться к окулисту, если что. Но я смогу же попросить до второго ознакомления, как бы, по закону. А кто вам такой, в таком законе? Ну, почитайте, как бы, законы, тогда будете мне говорить. Я без учета обышите. Так, ослабил ход, затем сигнальный браслет пристегнул к ручке Гелендвагена. Человек не может достать прокладку, иначе прокладку верхнюю сложить. Меня подставили, три раза на мопеде сби. Я надеюсь, это все записывается, пацаны. Такого на смотреть не будет. Уважаемый. Слушай. Вот со все воспринимают. Мне кажется, я не раз, когда... Кстати, сейчас проверю кое-что. А, нет. У меня все хп снимается. Да ладно. Ладно, извиняюсь за беспокойство. Ошибочка. Ошибочка, ошибочка. А где? Я не вижу в чате. Надел наручники, повел за собой. Он не предоставил, ни не показал. ЦСН ФСБ на гелике, блять, на 55-м. Что происходит, блять? Сколько экшена произошло за пару минут игры на этой сервере? А сколько экшена можешь увидеть еще ты? Поэтому ссылочка в описании, заходи, промокод Evan. Ладно. Я думаю, минут уже 20 прошло с того момента, как бы. На тачку... Думаю, можно уже не ехать, не спешить, поэтому сейчас мы с вами поговорим о бесплатной рулетке и о шансе, что же оттуда можно выбить. Поэтому открываем нашу Е30, а она уже открыта, понял. Садимся и отправляемся в единственное казино на этом сервере, которое находится в городе Южный. Я надеюсь, здесь камер нет. Е30 пипец как валит, я не знаю, буду ли я покупать в следующих сериях новую тачку, но она капец как валит.
сейчас уже стала мейнстримом ежедневная рулетка для разных проектов, как и в МТА, в GTA 5 и в Сампе. И мой дом не есть исключением, так же как и GTA 5 Redmir. Чтобы получить бесплатную рулетку и попытать свое счастье за какие-то призы, вам нужно отыграть 8 часов на сервере. Если на других серверах там 4-5, то на Redmir, на моем доме, нужно отыграть 8 часов. Но самое приятное то, что после того, как ты отыграл 8 часов, тебе не нужно идти крутить, чтобы счетчик обнулился. Они у тебя стакаются, и ты так можешь насобирать очень-очень много рулеток, и потом в один день открыть их сразу, как это сделал я. Вот, как вы видите, сейчас у меня есть 15 бесплатных рулеток. А 15 бесплатных рулеток это сколько? Это 120 часов. 120 часов я играл на сервере, чтобы... Не дай бог, и меня еще. Прижимаемся. Прижимаемся, да. Да что за пи*** в этом ролике происходит? Ребята, я не могу понять. За мной едут. Ехать напрямую к ментовскому участку, это же очень глупая идея, да? Ну давайте его по городу попытаюсь запутать. Ну его же эта хуйня едет бы... косарь штрафа. Я, конечно, гений на E30 удирать от А6, блядь. И в дворике, блядь, не успеваю. Успеваю. Еще косарь штрафа. Хули нет. А 6? Вот, и давай в ангары. Я надеюсь, его на... Если его на... Это так красиво! Это пи***ц как красиво! Это Голливуд! Надеюсь, он мой айдишник не запомнил. Потому что у меня тонировка, у меня нету номеров. Почему он ко мне ебает? У меня нету ничего. Ну, звезд я имею в виду, нету. Ну, ебать, красиво ушел. Я пи***ка красиво ушел. Пацаны, извините за мат, я и всех запикаю, но... Это капец. Это достойно уважения. Так, можно закрыть автомобиль? А сколько парковка стоит вообще? А, давайте 15 минут, нормально. Пусть постоит. Да, все. А, блядь, не оплатил. Оплатить. Все. Спасибо. Ебать, конечно. Боже, это что за батюшка? Короче, есть 15 рулеток. Есть, можно сказать, 15 шансов выбить данный автомобиль. Всего на нашей рулетке один сектор с автомобилем и 4 сектора других. Это знак вопроса, одежда, трай, еще один и деньги. Будем верить в лучшее, 15 попыток, должно что-то выпасть, поэтому колесо удачи, крутить бесплатно. Если хотите, то в следующем ролике я попрошу, либо задоначу, 10 тысяч. Что-то я сидел 8 часов, а крутится оно капец как быстро. А я задоначу, либо попрошу, и мы... Что за тачка выпала? Блять! Вояз! Тачка. Бабки, ладно, тоже пойдет. А чё за вояз? Пацаны, дайте покрутить. Сейчас одежда выпадет. Бля, чекай, одежда. Нет. Сертификат на скидку. Вейп. Понял. 24 рубля. У меня уже, пацаны, если честно, сердце ёкнуло, потому что я поверил, что мне выпал вот этот ГЛС. А когда он разыгрывается? Где он разыгрывается? Как он разыгрывается? Я не знаю. Ну, как минимум, одна тачка у нас уже есть, и есть у нас донат. Сейчас бы денег хотя бы 1000 до 200 добить. Опять ретрай? Серьезно? Я бы хотел, чтобы нам никто не мешал, но, наверное, сюда надо было приходить ночью, но уже уходить... 69 тысяч, себе. Но уже уходить смысла нет, потому что 5 тысяч опять платить, ну я... Вот, 10 прокруток у нас еще есть, а мы уже прокрутили 7 раз, потому что 2 раза, уже 8. Потому что 3 раза нам уже подряд ретрай выпал. Да что это за хуйня?
4. Я буду называть это. Я назову этот ролик, кручу 20 раз бесплатно рулетку. Давай! Тачка! Вояз. А, блин, вояз! Жигули, сука. 66 тысяч, бля. А чё я такой, блядь, мне первый раз 10 тысяч выпало? Может, доната выпало 10 тысяч? Скидку, пожалуйста. Бронежилет. Нахуй нет этот бронежилет, у меня уже есть 6 штук. Еще. Давай скидку, плиз. Плиз, плиз. Монтировку. Чтобы, блядь, этому челу, который без очереди пришел, или чё? Вояз, я же забыл. У нас уже ж авторские права в GTA 5 и вояз. А я начал расшифровывать, думаю, что за херня не выпало. Ага, 19. Уже сколько, 4 раза, да, или 5 уже выпало? Ретрай выпал. Что-то нормальное. Короче, я опасался одежды. Лучше бы одежда выпадала, чем этот кубик, блядь. Так, деньги, 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 деньги. 54 тысячи. Ну, кстати, денег мы налутали нормально. Только первый раз там 10 тысяч выпало, я что-то испугался. Ну, почти. Кофе. А что ты без очереди лезешь, заебал? Тачку, наверное, хочет словить. Ну, пошел он. 13 тысяч. Вот накаркал. Последние два прокрута. Пожалуйста, давайте еще одну тачку. Ладно, не два. Пожалуйста, еще одну тачку. Можно какую-то иномарку? Не Жигули. Бургер. Монтировка. Охуенно. Последняя прокрутка. Раз. Ну, донат хотя бы. Два. Три. Кстати, одежда ни разу не выпала. Заебись. Бургер на бинты. Вейп. Все. Прокрутов нет. Почему GLS не выпал, сука? А когда он выпадает, я не понимаю. А, розыгрыш автомобиля. А, это не связано. Участвовать. 5000. Минимальный уровень 5 и 20.00 по МСК. А уже 20.21. Понял. Вы перегружены и пока не можете выполнять некоторые действия. Берите вещи из инвентаря, чтобы избавиться от перегруза. В принципе, что? Мы зашли, у нас было 48 тысяч, выходим 259 тысяч. То есть 210 тысяч мы, в принципе, заработали. Сейчас, блядь, наряд только стоит. Стоит, я уже гелика опасаюсь, ну. А прикол, моей E30 уже нет, а она где-то на штрафплощадке уже стоит, ее отбуксировали. Я еще перегружен, я еще бежать не могу, это капец. Короче, инвентарь, багажник, и слаживаем сюда что? Бронежилеты, которые у меня есть, которые мне не нужны. Бонги, а, кстати, я бонги еще поднял, мне нужны тоже, не знаю. Черные кеды пусть будут. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Все. Ну что, ребят, как-то так. Сидел я 120 часов и, в принципе, как вы видели, выбил такой вот лут. С одной стороны, неплохо, да? Мы выбили две монтировки. Занимает очень много. А как она выглядит? Куда ее одеть, надеть? Вот сюда, может. Так, я настроил горячую клавишу, но это не один. А, это numpad 1, вот. Ну, я numpad 1 нажимаю. Почему не появляется? Numpad 1 нажал. Ничего. Ладно, монтировку, короче, оставим. У нас есть два вейпа. Boost плюс RGB и синий просто, Boost плюс. Я в душе не почем они стоят. И почем... А, броник мы видели, почем стоит. Его же можно сдать в ментовской участок. Поэтому, да, черный кед это было. Ребята, я совсем забыл, что у меня кроме этого всего еще ж выпал донат. Именно 24 рубля, а 24 рубля это не хухры-мухры, это целых 21 тысяча рублей. Сертификат на ВАЗ 2101 и на ВАЗ 27175. Я хз, что такое. К сожалению, нам выпали только сертификаты на Жигули. Хоть я очень сильно надеялся на какую-то иномарку. На BMW. Нам выпали только Жигули. Поэтому давайте по-быстрому домчим к Жигулям. И посмотрим, можно ли их вообще забрать. Потому что у меня уже есть одно транспортное средство, это E30 вот это. Смогу ли ее просто забрать? Или можно же эти сертификаты просто продать другим людям? Давай быстрее, шот, быстрее, шот, давай список товаров. Фух, я успел. Значит, у нас выпал Вояз 2101, это копья. Вот такая вот, которая стоит 50 тысяч. И если что, мы ее сможем продать тоже где-то. Ну, может, тысяч на 10 меньше. У нас еще есть Вояз 2117. Ну, как видите, по цене я его здесь не вижу. Значит, я уже могу говорить то, что нам повезло. Может, оно там где-то внизу? Нет. Тогда стопа. А что это такое Вояз 2117? Это еще тот прикол, чувствую, будет. Может, это грузовик? Давайте спросим, кстати, в репорт. Вот я не понимаю, меня вообще за дурака держат. Вояз 2117, я неправильно написал, 2717. Важные места покупка ТС, автосалон Ашота. Приятной игры. Что за пи***?
сегодня вечером, а? Да нету здесь такого. Давай, Глеб, исправляйся. Что это такое? Да блядь, какой автосалон, что ты, Глеб, долба ты? Какой автосалон? Что, опять? Блядь, опять. Он меня все-таки нашел. А по полям? Нон РП информацию воспринимаете, ОЦ, или нет? А Е-30 как бы да, как бы немцы-инженеры еще в 80-х годах знали, что менты меня будут догонять на моем дом РП, ссылочка в описании, промокод Эвен вводи. Я просто. Чтобы вы понимали, я делал скриншот, чтобы написать там либо в группу ВК, либо в Дискорде, чтобы спросить, что это за автомобиль, потому что этот хелпер мне помочь не может. И просто мент, ниоткуда возьмись, появился здесь. Я думаю, в следующий раз он медленно ко мне подходить не будет, он сразу будет шмалять со всего, что есть. Он меня как-то видит, дичник запоминает, надо перезайти. А не понимаю, чё они ко мне все лезут? Типа желтая тачка, красивая, купить хотят. Я не знаю, что за прикол. Окей, телефон, GPS, важные места, автосалон, коммерческий транспорт. Где он находится? Вот здесь где-то. Арзамасе, погнали. Но Е-30 отрабатывает свои деньги просто на 100%. Может, это к счастью было бы, что меня менты бы словили, я бы не крутил рулетку сегодня вечером. Я специально не хотел крутить рулетку утром, не ночью, не утром, а в день, где-то ближе к вечеру, чтобы нормально говорить, хотя говорю я сейчас как полнейший додик, я заговариваюсь, как-то так. Нормальные автомобили, кстати, во дворах стоят, гелики, кибертраки. Так, где-то здесь вот коммерческий автосалон, я, конечно, по встречке езжу вообще как мудила последняя, хотя я на BMW не что. Так, всегда, пацаны, запоминайте, паркуем автомобиль задом, а мордой к выезду, чтобы быстрее можно было удирать от ментов и не глушим. Хотя нет, давайте глушим, не закрываем. Вот так, потому что открыть-закрыть будет намного дольше. Ну что, раз, два, три, и надеюсь, эта херня хотя бы 1200 стоит. Пожалуйста. Пожалуйста. Блядь, это каблук, я за него забыл. Это каблук. Это каблук, блядь. 150 тысяч. Буханка 179. УРАЗ она называется. 250 килограммов. Я не хотел покупать АвтоВАЗ на этом сервере. Но за этот вечер сервер мне сказал, нет, ты будешь ездить на АвтоВАЗе. И как мне вот эту херню кому-то впилить, продать, я не знаю. Если еще копейку можно как-то затюнить и продать, да, то вот это без шансов, это вообще вне конкуренции. Ну что, ребят, а у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот видеоролик получился. Я надеюсь, в нем было и очень много экшена, и интриги, и расследования, и погонь. Я надеюсь, себе он был интересен, веселым. Обязательно подписывайся на канал, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного, веселого контента. Нажимай на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики и всегда смотреть их первым. Комментарий, лайк, это обязательно. Напиши, как тебе вообще этот ролик. Давайте, если этот ролик соберет, например, 100 лайков, то в следующей серии мы будем крутить донатные, наверное, вот эти прокруты колеса фортуны. И штук где-то, давайте хотя бы 30, да. Я думаю, будет интересно. Поэтому все в ваших руках. А с тобой был Эвен. Всем желаю хорошего дня, пацаны. Я надеюсь, дальше будет еще круче, еще веселее. Всем удачи и всем пока.